Боже, мы благодарим Тебя. Ты живешь среди славословия народа своего. И мы сейчас поклоняемся Тебе, Господь наш. Господи, спасибо Тебе за все. Боже, мы славим Тебя. Так желаю быть с Тобой, я жажду слышать голос Твой. Ты так нужен мне, Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, Иисус, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Дети Твои поют для Тебя, Господь. Еще споем, поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне. Поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне. Ты путь, Ты истина, Ты жизнь, меня так дивно сотворил. Буду Тебя хвалить, Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Скажи эти слова.
нужен именно тебе, что ты нуждаешься в нем, что без него ты ничего не можешь. Скажи ему сейчас эти слова, дорогой кинозритель. Скажи, Бог, ты мне нужен. Бог, без тебя ничего не получится. Бог, без тебя ничего не будет. Скажи ему сейчас эти слова. Не надейся на себя, на свои возможности, на свои таланты. Скажи ему, что ты нуждаешься в нем. Поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен. Тебе, что ты нуждаешься в нем. Пой сейчас эти слова. Скажи, там, где у тебя есть сейчас проблема, скажи, Бог, ты мне нужен. Ответь на мою молитву, Бог. Послушай, ему так важно, когда ты говоришь ему эти слова. Ему так важно, когда ты ожидаешь. Поклоняюсь. Дорогой телезритель, может быть, ты впервые включил телеканал. Спой сейчас эти слова, они не трудные. Скажи, Бог, ты нужен мне. Ответь на мою просьбу, ответь на мою нужду. Никто не сравнится с тобой. Ты великий, славный, всемогущий Бог. Ты прекрасный. Ты наполняешь все во всем. Ты славный. Ты великий. Самый прекрасный Господь, ты наполняешь нашу жизнь. Славный, ты великий Создатель, ты прекрасный Творец, ты наполняешь собой всю землю, ты
ты славный. Мы преклоняемся пред тобой, Господь, в это время. Мы воздаем тебе честь и хвалу. Мы признаем величие твое. Мы признаем, что ты славный Бог. Никто, никто не сравнится с тобой. Бог, прими эту хвалу. Прими сейчас эти слова с наших уст. Мы воздаем тебе славу, мы поем эти слова, что ты великий, что ты прекрасный, что ты наполняешь все во всем, что ты Бог достойный, ты Бог величественный, ты наша драгоценность, ты жемчужина наша, ты самое прекрасное, что могло произойти в нашей жизни. Это встреча с тобой, которая изменила все в нашей жизни. И мы поем пред лицом твоим. Мы ликуем пред лицом твоим, Царь Великий, Создатель неба и земли. Мы поднимаем руки свои к тебе. Дорогой друг, если ты сейчас сидишь, поднимись. Царь Великий, Он слышит твой голос. Воздай Ему сейчас хвалу. Не позволь сейчас дьяволу украсть это время, отвлечься где-то, думать о чем-то другом. Дорогой друг, дорогой телезритель, поднимись сейчас, начни славить Бога, начни прославлять Его великое имя, имя Творца, имя великого Бога, который умер за тебя. Пусть сейчас твоя комната, она наполнится Божьим присутствием. Пусть сейчас хвала, она просто будет в твоем сердце. Драгоценный Господь, я стою перед Тобой сегодня и я открываю свое сердце для Тебя. И Тебе попроси, чтобы Дух Святой прикоснулся лично к Тебе. Дорогие телезрители, там, где Вы сейчас находитесь, Дух Святой наполняет атмосферу вокруг Вас. Там Его присутствие. И сделайте это сейчас. Попросите, чтобы Дух Святой прикоснулся лично к вам. О, драгоценный Дух Святой. Закройте ваши глаза. Драгоценный Дух Святой, я прошу тебя, пусть твое присутствие наполнит этот зал еще сильнее. Пусть изменится атмосфера в тех домах, там, где смотрят нас, и где дьявол, он держит свой контроль над семьей, над домом. Прямо сейчас
Пусть там, где дьявол царствует, о, придет божественная атмосфера. Божественная атмосфера. И Дух Святой сейчас прямо наполняет. Наполняет. Я конкретно вижу, как Дух Святой он наполняет. Это частный дом. И на этом доме конкретно наведено проклятие, и это уже идет по роду несколько поколений. И в этом доме всегда преждевременная смерть, всегда утраты. И буквально вот сейчас вы в черных платках, потому что недавно вы похоронили свою бабушку. И ожидаете, вы всегда в ожидании какого-то горя. Но прямо сейчас Дух Святой, Он меняет всю атмосферу вокруг вас. Вы чувствуете сейчас, вы прямо ощущаете это. То, что было постоянно гнетущей силой, сейчас куда-то исчезает. На самом деле это Дух Святой. Он пришел и разрушил это проклятие. Идущее по роду, проклятие колдовства, идущее по роду разрушено. Аллилуйя, аллилуйя. Теперь в этом доме будет радость, будет счастье. И вы будете видеть, как будут приходить хорошие новости так часто, что вы даже будете удивляться. Аллилуйя, спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, спасибо тебе. Дух Святой, прошу тебя, драгоценный, пусть из твоего присутствия выйдет твоя сила, и пусть твоя сила сокрушит всякие оковы сатаны. Пусть твоя сила сокрушит сегодня духи болезни и немощи. Пусть твоя сила сокрушит сегодня все, что связывает в душевной сфере. Прямо сейчас я прошу тебя, драгоценный Дух Святой, коснись твоей силой. Там, где боль в душе. Я прошу тебя, драгоценный Дух Святой, коснись твоей силой. Коснись. И я повелеваю всякому духу депрессии убираться вон. Прямо сейчас. Друзья мои, молитесь сейчас. Закрывайте ваши глаза, открывайте Богу сердце и говорите то, в чем ты сегодня так нуждаешься, что ты сегодня ожидаешь от Бога, говори это Ему. О, Дух Святой драгоценный, прямо сейчас да будет разрушен всякий дух депрессии, дух уныния, дух поражения. И именем Иисуса. И именем Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Есть молодая девушка, и у вас, как вы думаете, послеродовая депрессия. У вас недавно родился ребенок. Но на самом деле это слишком уже затянулось. И это не просто послеродовая депрессия. Это конкретное проклятие, которое было наведено на вас. Потому что кто-то сильно завидует вашей счастливой семье. И в одно утро буквально вы проснулись, и ваше лицо изменилось, потому что как будто печать такая мрачная легла на ваше лицо. Вы перестали улыбаться. Ваши глаза потухли. Прямо сейчас это наведенное проклятие. Наведенное проклятие, где буквально была как будто душа вынута из вас. Сейчас оно разрушено во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Вы ощущаете, как темная туча, она отошла от вас. И вы вдыхаете полной грудью, вы чувствуете, что радость наполняет вас, наполняет каждую клеточку. Спасибо, Дух Святой, благодарю тебя, благодарю тебя. О, драгоценный Дух Святой, дух уныния, дух уныния. Прямо сейчас женщина в этом зале, приходит полная свобода, полная свобода. Есть молодой человек, который постоянно в этом унынии, вы в этом зале находитесь. И прямо сейчас вы ощущаете, как это отошло от вас. Это было у вас с самого детства. Вы всегда унывали, вы никогда не улыбались, как все нормальные дети. Прямо сейчас полная свобода. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть женщина, которая смотрит нас. Вам около 70 лет. И уныние уже, наверное, лет 30. Это то, что постоянно наполняет ваше сердце, ваш разум.
То, что всегда на вашем лице, в ваших глазах. О, Дух Святой! Я ощущаю, как эта женщина, она постоянно находится. Ее сердце как сжато. Ее сердце болит. И самое интересное, что нет никакой причины, чтобы сердце болело, но сердце постоянно болит, как будто в ожидании какой-то катастрофы, предчувствии. На самом деле ничего не должно быть, это ложь. Но дьявол взял вас в капкан и держит вас. И поэтому ваши глаза всегда в унынии, там столько печали, там боль. Положите сейчас на себя руку, я говорю это конкретно этой женщине. Дух Святой, прошу тебя, коснись твоей силы. И пусть прямо сейчас кровью Иисуса будет разрушен этот дух уныния. Кровью Иисуса я разрушаю это проклятие поражения. Кровью Иисуса прямо сейчас. О, вы чувствуете, что мир Божий изливается сейчас прямо через макушку головы. Он льется прямо внутрь вас, глубоко-глубоко в вашу душу. О, Господь, спасибо тебе. С этого дня вы больше не будете унывать. И сверхъестественно будут приходить хорошие новости, хорошие ожидания. Ваша жизнь полностью изменилась. Аллилуйя! Аллилуйя! Те, кто переживает конкретно дух уныния на своей жизни, если есть такие люди здесь, в зале или у экранов телевизоров, то, что вам нужно, это положить руку на себя и попросить, сказать: Дух Святой, я прошу тебя, убери это из моей жизни навсегда. Можешь сказать, что я отрекаюсь от духа уныния. О, во имя Иисуса, да будет разрушен всякий дух уныния. Кровью Иисуса, кровью Иисуса. Кровью Иисуса. Есть молодая девочка, вы старшеклассница. И на вас буквально год, как этот дух уныния пришел. Но пришел потому, что вы хотели, чтобы вас жалели, ваши родители, ваши друзья. И постоянно делали вид, что вам плохо. И поэтому не улыбались. И в одно мгновение действительно вас кутала эта черная туча. И вам стало плохо в душе, и вы перестали улыбаться. Прямо сейчас я говорю этой девушке, вам нужно просто отречься от этого. Чуть тише. Вам нужно сказать сейчас: я отрекаюсь от этого духа уныния. Кровью Иисуса отрекаюсь. О, Дух Святой, косини своей силой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, пусть мир Божий изливается в сердца. Мир Божий пусть изливается в сердца. Мир Божий, мир Божий. Аллилуйя, аллилуйя. Я молюсь за тех людей, у экранов телевизоров. В вашей душе происходит очень тяжелое такое действие. Вы постоянно сильно за что-то переживаете, вы волнуетесь. И это уже беспочвенно. Вы каждый день в постоянном волнении за все, за каждую мелочь, за все, что будет впереди. И это уже сделало из вас человека, который реально имеет нервную проблему, физическую уже. Вы уже пьете таблетки, потому что вы не знаете, как с этим справиться. Прямо сейчас Дух Святой, Он прикасается к вам. Вы чувствуете тепло, которое проходит сквозь ваше тело. И Дух Святой сейчас говорит вам у экранов телевизоров. И кому-то в этом зале сейчас Дух Святой говорит: открой свое сердце тому, кто излишне постоянно за что-то переживает. Излишне. Дух Святой сейчас говорит вам: не заботьтесь, не переживайте. Доверьтесь мне, говорит вам Дух Святой. Доверьте Ему все, что так вас беспокоит. И тогда вы увидите, как мир Божий будет наполнять ваше сердце каждый день, больше и больше. И сейчас
те люди, кого это касается, вы чувствуете, что мир Божий начинает изливаться в ваше сердце. Пообещайте Богу, что когда будет приходить это чрезмерное волнение, которое будет просто выбивать вас из жизни, вы будете доверять Богу. И Он будет рядом. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Там, где проблемы в душевной сфере, пусть они будут разрушены. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Есть парень, у вас дух одиночества. Вот здесь, в этом зале вы находитесь. Дух одиночества. И это пришло именно как наведенное проклятие. В самой ранней вашей юности. Прямо сейчас это разрушено. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть женщина, вам где-то 35 лет, и дух одиночества на вашей жизни. И это пришло как родовое проклятие. И прямо сейчас это разрушено. И буквально в течение следующих 5 месяцев вы встретите свою судьбу, и вы выйдете замуж, и вы будете вспоминать эту молитву и свидетельствовать всем вокруг о том, что Бог сделал в вашей жизни. Аллилуйя, спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Есть мужчина в этом зале, и также мужчина, который смотрит нас, примерно одинакового возраста, вам около 40 лет, и на вашей жизни дух поражения. Вы никому этого не рассказываете, вы никогда это не показываете, вы всем хотите показать, что у вас все хорошо, что вы сильный, но внутри каждую секунду вы ощущаете полное поражение. О, сейчас Дух Святой Он прикасается к вам. Прямо сейчас Его сила, она касается вашей души, всей вашей жизни. И сейчас дух поражения разрушен нам в вашей жизни. Этот дух поражения идет по роду. Он пришел к вам от вашего отца, к нему от его дедушки. Все всегда были в поражении. И сейчас это разрушено. И у вашего сына больше этого не будет. И у вас уже этого не будет. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. 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 Коснись своей силой. Если в твоей душе есть что-то, что тебя беспокоит, говори сейчас это Духу Святому. Открывай это сейчас Ему. Дорогой телезритель, если в твоей душе есть что-то, что тебя беспокоит, у кого-то прямо сейчас ушел страх. Страх будущего. Ушел. Есть женщина, у вас прямо сейчас ушел страх болезням. Постоянно боитесь заболеть. И сейчас это ушло из вашей жизни. Есть маленькая девочка, вам около 3 лет. И мама сейчас вместе с этой девочкой. И я говорю именно этой маме, что у вашей девочки, которой около 3 лет, у нее сильный страх. Она плачет по ночам. Вы даже до конца не понимаете, почему. Но этот страх, он пришел по роду и с самого рождения. Это держит и мучает ее. И прямо сейчас это родовое проклятие разрушено во имя Иисуса. С этой секунды вы увидите, она будет всегда веселая, спокойная и будет очень хорошо спать. Она будет спать и улыбаться во сне. Вы увидите это. О, Господь, спасибо тебе, я благодарю тебя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Да будет разрушен всякий дух страха. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. И есть мужчина, и есть женщина. У вас страх, что вы заболеете конкретно онкологией, потому что ваши близкие умерли именно от этой болезни. У вас этого нет. Но вы каждый день боитесь, что это придет. И вы внутренне этим страхом ожидаете это. Прямо сейчас вам нужно отречься от этого. Отречься и сказать, со мной этого не произойдет. И пусть это родовое проклятие
разрушено будет в вашей жизни. Родовое проклятие, онкология, да будет разрушено. Во имя Иисуса. О, великий Бог, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молодая семья, из которой смотрит нас муж с женой, вы оба сейчас у экрана своего телевизора, и у вас поставлен диагноз бесплодия в вашей семье. И вы уже много лет вместе, около 15 лет. Вы просто потеряли всякую надежду. Это наведенное проклятие, которое было наведено вам конкретно в день свадьбы. И прямо сейчас это проклятие разрушено. Оно разрушено навсегда. Буквально в течение недели произойдет зачатие. И у вас родится замечательный ребенок. Спасибо тебе, Дух Святой. То, что вам нужно сказать, что вы будете знать и верить, что Бог есть, и Он любит вас. И будете рассказывать о том чуде, которое Он сделал для вас. И это только первое чудо. Вы увидите, как Бог начнет двигаться в вашей жизни. Аллилуйя! 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 Итак, друг мой, еще чуть-чуть я молюсь за тех людей, которые здесь, в этом зале, и у экранов телевизоров, у которых есть какая-либо болезнь. Поэтому, пожалуйста, положите на себя руку именно на то место, где есть проблема. Если этих проблем много, просто положи руку вот сюда, вот на твое сердце. Закройте ваши глаза. Драгоценный Дух Святой, я прошу тебя сейчас, прикоснись твоей исцеляющей силой. Кровью Иисуса я разрушаю всякий дух болезни, дух немощи. Именем Иисуса, да будет разрушен кровью Иисуса дух болезни и немощи прямо сейчас. И прямо сейчас я молюсь за людей, у которых хронические заболевания. Если хроническая болезнь – это то, что есть в твоей жизни, прямо сейчас, принимая исцеление. Болезнь легких сейчас исцеляется, хроническая. Сейчас исцеляется человек, у вас гайморит, это хронически. Прямо сейчас полное исцеление. Болезнь в почках, хронический пилонефрит. Прямо сейчас происходит исцеление. Принимайте. Аллилуйя. О, Дух Святой, коснись своей силой. Также сейчас женщина получает исцеление от сахарного диабета. Женщина, которая смотрит нас. И еще одна женщина, исцеление от сахарного диабета. Первая женщина, вы принимаете таблетки, вы не делаете еще инъекции. Вторая уже делает инъекции. Полное исцеление, одно и второе. Дух Святой, спасибо тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Говори с Богом, открывай Ему ту болезнь, которая беспокоит тебя или, возможно, твоего близкого. Попроси Его, чтобы Он убрал это из твоей жизни навсегда. Аллилуйя! 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 Там, где опухоли, кровью Иисуса, всякий дух рака я разрушаю на этом месте, у экранов телевизоров, в жизни телезрителей, дух рака да будет разрушен. Проклятие онкологии да будет разрушено именем Иисуса. Всякие опухоли именем Иисуса повелеваю исчезнуть. О, великий Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе. И сейчас Дух Святой продолжает двигаться своей исцеляющей силой. Находись в Его присутствии. Закрой свои глаза, говори с Ним. Он продолжает еще немножечко. Он движется здесь и у экранов телевизоров. Он еще не дает закончить, потому что у него есть еще что-то для тебя, мой друг. Будь в его присутствии. Аллилуйя. Аллилуйя. Коснись своей силы. Коснись своей силы. Коснись. Коснись своей силы. Драгоценный Дух Святой. Thank you.
говори ему: спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, за все чудеса, которые ты совершаешь, за чудеса, которые ты совершаешь в моей жизни. Скажи ему это. Аллилуйя! О, великий царь! Бог, подними к нему свою руку. Подними. Аллилуйя. О, великий Бог. Великий Бог. Твой для него. Аллилуйя. И сердце своего. Великий Бог. Иисус.